Привет! Сегодня я залью сушеный кизил водкой на неделю. Посмотрим, что получится. А теперь подождем неделю. Гош, а купим мне сумочку? Ну хорошо, давай. Знаете, тут присмотрела недавно, может тоже купим? А может еще и диван обновим? Да, давай. Чтобы не остаться голой жопой, знаете, пацаны, что есть телеграм-канал с огромным количеством скидок, акций, промокодов. Не только на сумочки. Ссылка в закрепленном комментарии. Прошла неделя и пришла пора попробовать. Пахнет как компотик какой-то. Ух, алкогольно. Почему-то не имеет язык. Это сладко. Это похоже на какой-то обобщенный вкус сухофруктов. Я не чувствую здесь конкретно кизила. Просто сладкая водка с каким-то далеким послевкусием чего-то. Непонятно каких-то сухофруктов.